Приветствую, дорогие друзья, с вами Зидыч, и сегодня у нас обзор на P8, который вы так хотели. Монстр, который доступен сейчас у советской исследовательской ветки. Ну, знаменитость к этой машине в нашей игре пришла сразу, а все потому, что этому аппарату дали 5-тонную бомбу, чего нет вообще ни у какого самолета в нашем проекте. Вы сами знаете, что я не люблю геймплей на бомбардировщиках, я их стараюсь избегать, но здесь я решил реально все-таки обратить свое внимание, потому что вы хотели, да и в принципе мне было интересно попользоваться этой 5-тонной бомбочкой. И в общем-то название сегодняшнего обзора P8 Судный день. Поверьте, это название себя оправдает. Как вы видите, мы сейчас в аркаде, уже кое-кого сбили, да-да, в аркаде. На самом деле я сделал максимальный охват на этой машине, постарался полетать во всех режимах, которые мне были доступны. И вы, наверное, сейчас не удивитесь, но в аркаде, по-моему, самое простое применение этого самолета. Вообще никаких напрягов, никаких знаний верпильского мастерства не требуется, и, соответственно, просто летайте, крутитесь как хотите. Кстати, он очень хорошо маневрирует для бомбардировщика, тяжелого, хочу заметить, бомбардировщика. Но здесь, что самое важное, в аркаде нет проблем с отрывающимися крыльями. Да-да, в РБ с этим можно хлебнуть горе, но вот здесь проблем таких, конечно же, нет. Пожалуй, расскажу немножко истории этого самолета. Разработка началась в 1937 году, и уже в 1939 году произведен был первый вылет этой машины, и, соответственно, испытания уже были определенные и пройдены, можно было дорабатывать машину. Но, к сожалению, серийного производства не получилось, а все потому, что нам не хватало специалистов. Да, в стране как раз была проблема, а все из-за чисток как раз в 30-х годах, сами знаете, что происходило, и многих наших специалистов пришлось даже отправлять в США в 34-м году, чтобы обучать как раз вот Вертуполев и другие специалисты, они обучались в США. Вот такая вот неприятная ситуация, которая была на тот момент в стране. Но в итоге в 40-м году какой-то выпуск наладить получилось, ну потому что там начали писать письма от трудящихся, ну и соответственно нашли козла отпущения, из-за чего все-таки программу пришлось свернуть, а потом запустить по новой. И в итоге, по-моему, в 41-м или даже в 42-м году получилось испытать даже эту машину в боевых условиях. Она бомбила, по-моему, город немецкий Данциг, разбомбила электростанцию и лишила электропитания целый город. Но это еще не все. В последующем как раз была разработана бомба ФАП-5000, она называлась, и тоже потребовалось ее испытание. Сначала думали где-нибудь на полигоне ее испытать, потом решили, что огромное количество существующих действующих целей, сразу надо лететь и испытывать в Германии, отбомбить там. Самолет был отправлен разбомбить город Кёнигсберг, и, соответственно, позднее сосредоточенные силы Германии под Могилевом. Еще позднее, по-моему, была уничтожена железнодорожная линия возле города Орел, чтобы задержать поставки для немецких войск. Это, конечно же, все интересно, но переходя к игровому моменту, могу точно сказать, что в аркаде машина комфортная. То есть здесь проблем никаких особо не возникает. И главная проблема, которая возникает именно в РБ, она в аркаде отсутствует. Это, разумеется, флаттер и непрочность крыльев при перегрузках. Ну, теперь мы можем поговорить более детально о игровой составляющей. Итак, у нас есть несколько видов подвесов, это 12 бомб по 250 килограммов, 6 по 500, 4 по 1000 килограммов и, соответственно, 1 ФАП 5000 на 5 тонн. И заметьте, чем тяжелее мы берем бомбу, тем мы можем больше взять общей весовой нагрузки. То есть, например, самые выгодные варианты это 4 бомбы по 1000 килограммов или 1 на 5000. Но опять же, проблема это подбор целей. Разумеется, 12 бомб по 250 килограммов нам не подходит по одной простой причине. На этом самолете нужно бомбить с большой высоты, пока бомба в 250 килограммов долетит, уже ничего не останется из целей. Ну, если, конечно же, это какие-нибудь танки. Доты, конечно, мы можем разбомбить. Если у вас хороший, например, прокачанный экипаж, вы, скорее всего, с большой высоты попадете. Есть еще такой неприятный момент, который появился в патче 1.53, и мне, как любителю истребителей и штурмовиков, конечно же, он неприятен. Но на бомбардировщике он тоже распространяется. Увеличилась задержка для бомб, то есть, если вы, например, хотите поставить 2 или 3 секунды, вы этого не сможете сделать. Теперь задержка минимальная 5 секунд, или же 4,5, если брать как раз стандартное значение. Ну а теперь о самом веселом, о защитном вооружении. У нас имеется множество пулеметов, но самый главный калибр у нас находится на хвосте.
Это 20-миллиметровочка, которая может уничтожать даже самостоятельно. Поверьте, вот, например, в аркадке вы видели, что сбивались некоторые противники, и у меня не прокачанный Петрович. Если Петровича нормально прокачать, я думаю, он нормально бы уничтожал самостоятельно. Но я любитель стрелять ручками. Я вообще не люблю прокачивать Петровичей, но я думаю, это реально для ленивых или для криворуких. Хотя не мне судить, я редко летаю на бобрах, может быть тут другой дзен, которого я просто не познал. И теперь переходим к важным моментам, которые нужно помнить в РБ. Сейчас вы видите, меня постепенно преследуют, я постараюсь сейчас отбиваться. И проблема в том, что мы в принципе можем маневрировать, но нужно помнить о определенных ограничениях при маневрах. Определенную скорость нужно держать, чтобы не разорвало наш самолет на кусочки. То есть, если мы будем делать сплит на бомбардировщике, ну, не удивляйтесь, да, вот можно делать сплит. При скорости 400 максимальная вот нагрузка на крылья, когда мы тянем ручку на себя, и давай до свидания самолет. Но теперь внимание, следите за тем, что будет происходить. Я уже сбил одного товарища и попытаюсь уйти из-под атаки. Я использую сейчас рули направления, периодически я ими помогаю, чтобы уходить из-под атаки. И у меня сложилась проблема, я все это время летаю без рулей высоты, мне их отстрелили. Но я буду стараться, вы же знаете, я люблю превозмогать, я давно уже не превозмогал. И сейчас как раз такая ситуация. И вот еще один противник, это XP-50. Я креню резко самолет и жму руль направления направо. Смотрите, какой интересный маневр, и он реально мне спасает жизнь. Неожиданный такой маневр, который, ну, противник не смог просчитать и, соответственно, ушел мимо. Я сейчас попробую еще покрутиться против двух истребителей. Может быть, что-то получится сделать при таком разбитом самолете без рулей высоты. Но вы же знаете основное правило. Главное не сдаваться. Итак, один товарищ уже меня преследует довольно близко. И снова XP-50 разворачивается. Ничего страшного. Мы делаем вертикальный маневр и снова используем эту хитрость с рулями направления. То есть вытягиваем вверх самолет, смотрим на скорость, чтобы она была достаточно маленькая, и, соответственно, снова выпрямляем самолет. Ну, противники сейчас недоумевают, думают, это какой-то неправильный тяжелый бомбардировщик, они абсолютно верно мыслят. Так, уже подлетает снова XP-50, мы попробуем затянуть его в маневр. Вот, блин, действительно, вот такие странные вещи я говорю для тяжелого бомбардировщика. Вы, наверное, думаете, что я наркоман. Возможно, вы правы, но на самом деле лучше уж пробовать что-то делать нестандартное, чем лететь по прямой и ждать явления Христа народу. В нашем же случае это было бы просто банальное сбитие. Поэтому я пробую крутиться с истребителями, а что поделать? И вот кульминация этого противостояния. Спитфайру мы выбили двигатель, он скоро упадет. И XP-50 нас уже практически уничтожил. Мы пытаемся вытянуть самолет из последних сил, и он в нас врезается, отпиливая себе крыло, и тоже фактически сбит. Неожиданная развязка, не находите? Ну, в общем, таким образом мы смогли уничтожить 3 самолета, ну, еще чуть-чуть отбомбить наземки. На этом РБ-бои заканчивается, и мы переходим к следующим моментам. Ну конечно, как можно не испытать этот самолет в совместных танковых боях? Разумеется, мы попробуем это сделать, но для этого поначалу нам потребуется покататься на танке и собрать немножко очков. Самый лучший вариант это, разумеется, залететь на точку и захватить ее, мы сразу получим необходимые очки. Что, в общем-то, сейчас я и делаю. Это очень рисковое мероприятие, но, как говорится, кто не рискует, тот не летает на P8. Я уже чувствую, что на нас смотрит вражеский наводчик, и кажется, все уже будет кончено. Но нет, вроде бы мы проскакиваем к точке, сейчас уже заезжаем на захват. Главное продержаться необходимое время. И лучше всего, конечно же, прятаться в данном случае за подбитые танки, КамАЗы, заборы. И я не знаю, что здесь еще есть, всякий, короче, хлам, который здесь навалился, все будем использовать. Но я поясню, что насчет КамАЗов и заборов пошутил, а то у нас есть такие ребята, которые ни сарказма и вообще ни хрена не понимают. И вот таким вот особенным ребятам я уже поясняю. А то писали бы: «Изидыч, где КамАЗ?» Отлично, очки получены, и теперь время истины. Проверить P8 в совместных танковых боях. Итак, дорогие друзья, вперед! Как мы вовремя подъехали, нашу точку как раз били, и сейчас пойдет захват. Сбрасываем нашу ФАБ-5000. Ну что ж, давайте проследим, что произойдет в дальнейшем. Вот это мы бомбанули. 3 вражеских танка и еще союзника. Я не знаю, как его зацепило, но, видимо, где-то мимо проезжал. Но главное, как бомбят вражеские игроки. Как это приятно, прям на душе бальзам. Это бесценно, дорогие друзья.
Но не расслабляйте булки, это еще не все испытания, потому что мы пойдем в полковые бои. Да-да, я напросился на несколько боев, чтобы попробовать P8 там. Скажу честно, первый бой у меня не задался, я сразу покажу второй, на новой карте. А мне что делать тогда? Светите это, технику пусть Изи дает. А, давайте, помахать Изи. Да, пятитоночка ждет своего часа и не может найти... Зеленый желтый дым свои? А. У них вроде три было, всех сбили. Всё. А, ну и Фердинанд, ты, короче, тигра и ещё что-то будет. Не, это не те полоски. А, не те? Нормально. Там она чуть-чуть дальше. Мне уже прилетело. Пошла бомба, причем с большим разбросом. Ну, думаю, хоть кого-нибудь зацепят. Надеюсь, зацепят. Все. Ты, слышишь, ты танки там не трогай. Все мое. Дабл. Потому что один танк скрысили. Блин. Ух ты, фига, две бомбы как принесли. Между домов стоит не вот. Вот это дрень я сделал, ребят, на точке Б. Просто дрень. И что это за нафиг 5 тонн? Там тупо только ядерные такие толчки идут. У меня слагательно, сука. Ну вот такие, друзья, дела. В целом самолет довольно интересный, именно прежде всего за счет своей 5-тонной бомбы. Но я думаю, со временем, может быть месяц-два, этой бомбы наиграются, и самолет останется обычным бомбардировщиком. Вот это вот мое мнение. Может быть, профильные бомбардиры со мной не согласятся, но это уже не важно. В общем, ребят, если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте видео лайк. Не жалейте пальцев вверх, я вас прошу, иначе я не знаю, что вам интересно. И, в общем-то, на этом всего вам хорошего, успехов в воздушных боях и в наземных баталиях. Удачи!